А чтобы на сайте MyCSGO получить халяву, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 30% к своему депозиту. Здорово, бродяги, Стрейбер на связи, ребятки. Это залетает новый видеоролик на мой YouTube-канал. На моем YouTube-канале насчитывается уже более 20 тысяч подписчиков, за что я вам очень признателен и благодарен. Спасибо большое, что вы подписываетесь на мой канал. Спасибо большое, что вы смотрите мои ролики, ставите лайки и пишите комментарии. В общем, прежде чем я начну рассказывать вам тему сегодняшнего ролика, я вам расскажу про промокод, который дает вам халяву в виде 35%. Этот промокод называется STR777, и этот промокод над моей головой, также в описании под этим видео. Вводя этот промокод в поле промокод, вы получаете плюсом 30% от своего депозита, условно депозите 1000 рублей, халявно на свой баланс получаете плюс 300 рублей. Ссылка на сайт MyCSGO в описании, промик над моей головой, и мы, думаю, можем начинать. Тема сегодняшнего ролика, я хочу проверить, что будет, если как к сайту MyCSGO отнестись как к роли инвестиций. То есть задепать сюда 5000 рублей, соответственно, однозначно. Мы депаем сюда 50 тысяч рублей, на баланс получаем 65, ведь у меня 68 тысяч получилось. И хочу проверить сегодня вот эти вот all-in кейсы. В принципе, самый дорогой кейс стоит 285 рублей, открывая 10 раз, вы тратите 2850 рублей. Реально ли уйти в плюс, если я задепаю сюда 50 тысяч и all-in'ом пооткрываю all-in кейсы непосредственно? Ребятки, приятного просмотра, подписывайтесь на канал, и я думаю, мы можем начинать. Я предлагаю по 30 раз пооткрывать каждый сейчас кейс и посмотреть, что с какого кейса вообще упадет. Следующий кейс, точнее последний, там есть удар молнии стоимостью 58 тысяч рублей, там есть дигл пламя стоимостью 68 тысяч рублей. И мне интересно посмотреть, реально ли выбить, ну точнее уйти в плюс. Каждую окупную пушку мы будем оставлять в инвентаре, а потом уже в конце ролика подведем непосредственно итоги, что получилось выбить. Первое открытие, all-in юспик, где находится убийство, подтверждено, ничего нам не дает. Следующий у нас идет all-in глок 18, а точнее сумеречная галактика стоимостью 17 тысяч рублей. Мы будем все открывать фастом и посмотрим, что из этого получится. В принципе, сейчас более щадящий вариант открытия, потому что сумеречная галактика мне залетает. Это вот, блин, я сейчас не радуюсь, потому что я хочу посмотреть, какой будет итог. И 30 раз мы открываем, нам ничего не выпадает. Уже 17 тысяч в инвентаре. Я хочу посмотреть, какой будет итог, что по итогу у меня будет в инвентаре. Получится мне что-то выбить сегодня суммарно или не получится. Может быть, я все продам и буду дальше крутить, захотя выбить что-то еще интереснее. Но мне залетает опять-таки на 20-м открытии «Береги голову» стоимостью также 18 тысяч рублей. На секундочку, у меня в инвентаре практически дропа уже на 40 тысяч рублей. Уже потратив 14 тысяч рублей, я уже практически ушел в ноль. Я пока не радуюсь, но внутри сердечко-то бьется. Бьется, что выпадает дропчик, и я хочу посмотреть, что будет по итогу. Так, два раза, по-моему, да, мы его открыли. Сейчас мы открываем его третий раз. Следующий у нас кейсик, соответственно, идет непосредственно M4A4S, где у нас есть поток информации, прекрасный скин стоимостью 16 тысяч рублей. А дальше у нас идет хардкор режим. Здесь у нас находится дигл пламя стоимостью 63 тысячи рублей. Если мы выбиваем хотя бы один дигл, а точнее дигл пламя, мы уходим в большущий плюс. Блин, инвестиция сработала. Это сколько процентов, интересно? Вот знаете, в конце ролика подведем итоги, сколько процентов годовых у меня по итогу получилось. Если вот, к примеру, я сейчас выбью, у меня остановилась съемка из-за того, что у меня недостаточно памяти, и в этот момент мне просто залетает удар молнии. Я знаю эти кейсы, я знаю, как они могут окупать. И 30 раз мы, да, по-моему, 30 раз должны его открывать. И еще одна удар молнии. Спасибо. MyCSGO, спасибо. Короче, давайте подведем итог первого открытия. Смотрите, мы с вами открыли три, точнее, каждый кейс по три раза. А точнее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кейсов умножаем на три, это получается 21 открытие. Суммарно мы с вами потратили в районе 35 тысяч рублей. 60 с чем-то у меня было на балике. И доступно для продажи, ребята, я сейчас охуею, 247 тысяч рублей. Просто доступно для продажи 247 тысяч рублей. Сейчас я делаю что? Буквально прям максимально фастом. Я открываю сейчас каждый кейсик по 3 раза, также 10 штук по 3 раза. И посмотрю, что будет у нас по итогу со второго открытия непосредственно. Убийство подтверждено, залетает. А, блядь, это очень хорошо, ребята, это очень хорошо. Продавать я точно не буду ничего, я все буду выводить подногодную. Прямо абсолютно все, даже убийство подтверждено, потому что оно стоит 3600, и я потом в перспективе могу его задепать непосредственно на сайт, чтобы крутить кейсы, открывать кейсы, снимать контент. И, ребята, спасибо большое, что вы подписываетесь, потому что я на самом деле очень стараюсь снимать вам такой интересный и полезный контент, рассказывая о каких-то фишках, что можно крутить, что нельзя крутить. Поэтому, кто не подписан, ребятки, подписывайтесь, не пожалеете, это 100%. Третье открытие глока нам не приносит абсолютно ничего. Давай попробуем 3 раза all-in 5-7 пооткрывать. Может быть, на втором... Отлично, сюда. Просто через раз почему-то дает. Это, блядь, я не знаю, как к этому относиться. Он мне насыпал 2 АВП удара молнии и насыпал... Блядь, да до хрена что насыпал. Мне это нравится.
блин, каждый бы кейс вот так вот так упал, 10 тысяч остается на балансе, поток информации с 18-16 тысяч залетает тоже ко мне сюда, просто на базу, я чувствую, 3 сотки сегодня точно будет выведено. Подожди, я поток информации открыл, по-моему, один раз только, надо 30 раз, я не удивлен. Я не знаю, почему у меня нет такой реакции, возможно, потому что я относительно недавно депал сюда 200к, и типа для меня это что-то в порядке вещей, выводить сейчас 300к, я хрен знает, 3800 остается на балике, и давай вот сейчас вот, пожалуйста, я сейчас еще раз его открываю, по-братски насыпь мне дигл, не хватает, но давай еще раз попробую 5 раз его открыть, 5 раз точнее, и дай мне дигл, я тебя понял. Ну и подводя итог, я сейчас хочу охуеть, 302 тысячи рублей, пиздец. Как инвестиции к этому относиться можно спокойно, ну по крайней мере мне, потому что для меня это нормальные депозиты, нормальные балики. Прежде чем закончить, ребята, промик на сайт MyCashGo STR777, который дает халяву в виде 35%. Этот промокод на протяжении всего ролика был над моей головой, в описании под этим видео вместе с ссылкой сайтом, на сайт точнее MyCashGo. Вы сейчас не переключайтесь, потому что для вас я оставил 4 ролика, на которые вы можете перейти и посмотреть мой интересненький контентик.